Завтра барнаульцы вместе с большей частью россиян станут свидетелями редкого и красивого природного явления – солнечного затмения. Наблюдать его можно будет, начиная с половины пятого вечера. Максимальной фазы явление достигнет через час, в половине шестого по местному времени. Правда, оно будет частичным. На территории Западной Сибири Луна закроет 20% солнечного диска. Но даже этого, говорят специалисты, достаточно, чтобы небо заметно потемнело, а температура воздуха на небольшой период немного упала. Астрономы, между тем, предупреждают, наблюдать за солнечным диском невооруженным глазом опасно для здоровья и советуют использовать специальные затемняющие приборы. В краевой столице в случае безоблачной погоды наблюдение организуют на базе Барнаульского планетария. Здесь, на площадке перед зданием, будет установлен профессиональный телескоп. Специалисты советуют не пропустить явление, ведь в следующий раз земляне увидят солнечное затмение, уже полное, только через год.